Я вот про одну группу, естественно, не буду называть ее имя. Вот у той же самой Аллы Борисовны на рождественских встречах давно. Я говорю, ну а что, ребят, вы вживую играете? Они говорят, ну да, у нас там вот вживую тамбурин звучит. Ну не надо только пиздить. Ну вы играете под фонограмму, ну играйте. Вам это надо, чтобы вас лучше покупали. Ну, блядь, не пиздите. Я поэтому вам не пиздил и сказал, что мы сделали аранжировку для радио. Такую, какой-то... Ее взяли, теперь она звучит, вот и все. Вот и вся история.